Доброе утро, дорогие братья и сестры. Давайте сегодня прочитаем отрывок из Ефесян, 4 глава, 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердец их». Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Вот такой вот отрывок. Мы видим, что Павел очень переживает за Ефесян, поэтому он начинает этот вот отрывок, ну и вообще все послание такое, оно очень эмоциональное. И этот отрывок он начинает точно так же эмоционально. «Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». А Бог оставил свою церковь здесь, на земле, и понятное дело, что это определенный риск, что, ну, Бог знал, что, будучи здесь, на земле, мы будем искушаемы всевозможными искушениями, которые вокруг нас. То есть вокруг нас много чего происходит, и время от времени у нас возникает желание. Ну, такое, может быть, оно не высказанное, но просто хотелка, желание, не сделать ли мне тоже так же. Вон же, все же так живут. Вот, все же там то делают, и пятое, и десятое. Вот, но здесь написано, что Павел заклинает, чтобы мы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Да, мы так жили. До момента, когда мы стали во Христе, когда мы стали детьми Божьими, мы действительно так жили. Делали вот это вот, как написано, доходили до бесчувствия. И делали всякую нечистоту с ненасытимостью. Это касается каждого. То есть, не одну нечистоту, так другую. То есть, вот мы все болтыхались вот в этом болоте. И там, в общем-то, не важно было, что ты в одной части болота находишься, ты весь грязный, или в другой части болота находишься, ты тоже так же весь грязный. Вот. Но Господь Бог вытащил нас из этого болота. Он однажды освободил и очистил, освободил от власти греха, от власти тьмы. И, как написано, Он принес нам свет и разум. Вот обратите внимание, что вот эти народы поступают по суетности ума своего, потому что они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения. То есть, смотрите, они не хотели, невежество здесь, естественно, отсутствие богопознания. То есть не то, что они были дремучими какими-то варварами, не знали там, не имели туалетной бумаги там, например, и так далее, и так далее. То есть это не то, что у них отсутствовали вот эти все признаки цивилизации. Невежество имеется в виду отсутствие богопознания. То есть они не хотели познавать Господа, потому что они были ожесточены. И вот из-за этого ожесточения, нежелания познавать Господа, смотрите, их разум помрачился. Они отчуждены от жизни Божией. Не в том смысле, что они там были и их отбросили назад, там как-то отвергли. Отчуждены в том смысле, что они не там. То есть они изначально были не с Богом. Вот. То есть их невежество и ожесточение отделяет их от Бога. И получается, что если мы хотим жить так, как неверующие люди, если мы, в общем-то, иногда берем с них пример, или такое есть искушение, брать с них пример, делать что-то, что делают они, ну, вот эту вот нечистоту я имею в виду, то, получается, мы уподобляемся им, а не Христу. То есть написано, что вот наш призыв звучит так. У нас Бог призывает нас, первое, отложить прежний образ жизни ветхого человека,
То есть первое – отложить, сказать «нет, я больше не хочу это делать». Второе написано – обновиться духом ума вашего. То есть изменить сам разум на самом деле. Изменить само подход, что ли, принцип мышления. Вы знаете, я говорил, общался со многими людьми, которые впадают в какие-то грехи, вот, или общался с теми, кто общался с ними, потому что, понятное дело, со всеми не переговоришь, вот. И без имен, естественно, скажу следующее, то есть то, что я замечаю, это то, что человек впадает, ну, как будучи верующим, опять начинает возвращаться вот на это болото, вот, именно вот по этой причине. То есть он верующим стал и попытался отложить прежний образ жизни, и отложил даже, но он не обновился духом ума, он не обновился, понимаете, то есть своим умом, своим сердцем он живет в старом. Живет, продолжает жить в старых похотях или в старой, ну, то есть возвращается к своим старым грехам в том смысле, что чувствует вину за них, или возвращается к своим старым страхам, или, ну, вот что-то такое, короче говоря, идет назад, то есть его разум продолжает жить старыми категориями, мыслит старыми категориями. Но мы видим, что Писание призывает нас обновиться духом ума. Обновиться. Хороший пример. Я слышал, не знаю, сделают ли они сейчас, вот эти итальянцы. Я слышал такую тему, что на Новый год, перед самым Новым годом, или там в день перед Новым годом, в последний день старого года, они выбрасывают всю мебель из своих квартир и потом покупают новую. Ну, сама по себе идея классная, вот, только очень хлопотная, я думаю. Вот. Но у них нет зимы, на самом деле, им не нужно содержать вот эти здоровенные шкафы с одеждой на минус 30 градусов, на минус 10 градусов, на минус 5 градусов, на плюс 5 градусов, на плюс 10 градусов и плюс 20 градусов. То есть у них нет необходимости, у них всегда плюс 20. Ну, я шучу, конечно же. Вот, то есть, смотрите, вот эта идея обновления, она вот выглядит примерно так. Выкинуть все старое барахло и завести новое, понимаете? То есть не то, чтобы старый шкаф подвинуть на новое место, это не обновление. Ну, в принципе, да, как бы интерьерчик обновится немножечко, вот он стоял слева, а теперь стоит справа комната. Но это тот же самый шкаф. Согласитесь, и это та же самая комната, и те же самые обои, и то же самое все. Только один, только он стоял слева, а теперь справа. Или наоборот, неважно. Но обновление, настоящее обновление, вот прям обновление, это когда все новое, понимаете? И понятное дело, что в части мебели и нашего быта не часто у нас такое происходит. У нас вот произошло, мы тут такие пилигримы, переезжальщики. Вот. Но понятное дело, что не часто так происходит в жизни вообще среднестатистического россиянина. Но Писание нам говорит об этом однозначно. То есть я имею в виду, что у нас нет такого вот перед глазами примера совсем уж яркого из своей жизни. Может и не быть. Мы, там, например, мои родители там как родились, вернее, как приобрели какую-то мебель там лет 30 назад, может быть, даже 35, когда я мелкий еще был. Так она у них до сих пор и есть. Вот. Я не говорю, что это плохо, но просто у них нет перед глазами вот этого примера обновления. Вот. Но тем не менее, вот это обновление, оно означает, что появляется все новое. Уходит все старое и появляется все новое. Понимаете? Не то, чтобы грех, ну вот он у меня в жизни есть, просто я к нему теперь по-другому отношусь. Или да, Господь, у меня были раньше страхи, но или я чувствовал вину за что-то, да, то есть какие-то ошибки. Я делал, ну, да, теперь я тоже буду страдать, но немножечко по-другому. Немножечко более радостно, потому что же Господь дает радость, да?
немножечко, небольшое облегчение у меня теперь будет, потому что Бог со мной. Он меня немножечко утешит. Понимаете, идея в том, чтобы вообще этого не было. Вообще. То есть, как старый шкаф выкидываешь и нет его. И ставишь на его место другой шкаф. Или этажерку. Или полку прибиваешь. И все барахло умещаешь на этой полке. На нескольких полках. Или там на этажерке. То есть, идея обновления, она такая. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, я намеренно застрял на этой мысли. Очень долго. Именно для того, чтобы как-то внедрить вот эту идею в голову, что Господь, когда хочет от нас обновления, Он хочет, чтобы вообще было все по-другому. Вот, чтобы мы от старого совсем отказались. То есть отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума. То есть все выкинуть и привнести все новое. Понимаете? Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Какой это новый человек? Как он выглядит, да? Чем он живет? Вот это здесь вот самая сложность большая. Потому что мы не знаем, как так жить. Потому что мы никогда не жили в праведности и святости истины. Потому что мы имеем только отдаленное и часто уродливое представление об этом. Ну, святость – это в платках ходить, да? Что это такое? Или святость – это там поститься 3 раза в неделю? Ну, по-моему, нет. Вот. А как научиться? То есть, у нас есть чудесный пример. Размышлять над жизнью Христа. То есть, вот он жил для Бога. И понятное дело, что мы не будем физически жить такой жизнью никогда. Мы не сможем жить так, как он, потому что, в принципе, это было другое время, другая страна, другие условия. Вот. И он родился в другой семье и прочее, прочее, прочее. Все другое. Но сами принципы, подход, его вот то, как он решал вопросы, то, как он, ну да, как он решал, как с отцом разговаривал, с небесным. То есть вот эта вот модель поведения, она у нас перед глазами. И я думаю, что Евангелие, это должно быть нашим с вами основным чтением всегда по жизни. Какую бы мы книгу ни читали сами для себя, какую бы мы книгу ни проходили на служениях, и так далее, и так далее. Я думаю, что Евангелие – это та вещь, от которой мы не должны уходить никогда. Вот. Поэтому вот здесь, вот это вот путь исцеления. Понимаете? И тогда мы не будем, как помните, Петр говорил очень жесткие слова. Он говорил, что пес возвращается на свою блевотину. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Тогда мы будем избавлены от этого. Потому что мы отложили этот прежний образ жизни ветхого человека. Обновились духом ума. И облеклись, то есть оделись в нового человека. Вот это обезопасит нас от падений, от всеразличных там искушений, ну, я имею в виду, которые приводят к падению. То есть искушения будут, но они не будут над нами иметь силы, потому что мы будем новыми. Потому что мы, если мы будем держаться вот этого Господа, то будем избавлены от этого. От падения, от искушений там, и так далее. От силы этих искушений. Вот, дорогие братья и сестры, поэтому поддерживаю вас. Проживать дни в чистоте, в святости, обновиться духом ума. И продолжать следовать за Господом именно вот в исцелении, в радости, в святости. А не вот постоянно согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся. То есть вот не такие вот качели, что были у нас в жизни. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, жить праведно, свято. Научи нас, дай нам принять эту мысль, что мы другие. Что в Тебе мы совсем другие. Мы другие люди. Дай нам не возвращаться назад в старую жизнь. И если приходят искушения, дай нам силы преодолеть их. И не жить так, как живет этот мир, утопая в своих похотях, обольщаясь и истлевая в них. Благослови, пожалуйста, наш день и будь прославлен, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.